Высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас новая тема. Это крещение. В Библии, в Новом Завете, у нас две типа крещения. Первый – это водное крещение. А второй – это крещение со Святым Духом. Водное крещение – это от Иоанна Крестителя. А второй – это от Иисуса Христа. Они вдвоем, но они одинаковы. Водное крещение от Иоанна Крестителя – это символ того, что Христос крещение представляет. Это значит, что когда вы водите в воду. Еще раз. Когда вы водите в воду. Это значит, что вы водите в Божьи слова или слова Божьи. Это вода в Новый Завет от Иоанна Крестителя, это значит это. Божьи слова. Об этом потом мы будем читать от Новый Завет. А второй от Иисус Христос, это то же самое, как первый. Но первый будет научить нас, что Иисус Христос крещение будет. Что это крещение значит? От Иисуса Христа. Сейчас мы начнем с первым стихом. Сейчас мы открываем книга Матфея в Новом Завете. Книга Матфея, глава 3, стих 5. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иудейская выходили к нему и крестились от него в Иордан, исповедуя грехи свои. Сегодня в христианской церкви ты от этого будешь узнавать, что христианская церковь сегодня – это ложь. Наши люди тогда, когда они были в водой для крещения, они сначала исповедовали их грехов. Еще раз. Они сначала
исповедовали их грехов. Это что надо делать? Первый. Это что надо сделать? Первый. Еще раз. Тогда Иерусалим и все Иудеи, и все окрестности Иорданские входили к нему. Я здесь не читал, что все китайские, японские, африканские, американские, арабские люди, что они входили в Иорданский для крещения. Нет, это только израильские люди. Это только израильские люди. Дальше. И крестились от него в Иордан, исповедуя грехи свои. Это что должно сделать сначала? Исповедовать ваших грехов. А потом вы можете водить в воду. Но потом мы будем узнавать, если мы сегодня можем это сделать или нет. Потому что здесь сказал, я сказал раньше, есть две типа крещения. В одной и крещение со Святым Духом. Дальше. Я буду спросить вопрос сейчас. Что такое грех? Где мы можем читать грех определение? Сейчас мы открываем 1 Жан или Иоанн, глава 3, стих 4. Первый Иоанн, глава 3, стих 4. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Еще раз. Еще раз. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Это значит, что всякий делающий грех, вы нарушаете наши законы. Потому что грех – это когда вы нарушаете его закон. Еще раз. Всякий делающий грех нарушает его закон. Потому что грех – это преступление закона. Это когда вы нарушаете его закон. Это грех. Это определение для греха. Это от Новый Завет. От 1 Жан, глава 3, стих 4. Или 1 Иоанн, глава 3, стих 4. Это грех. А сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Жан или Иоанн, глава 3, стих 25. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себе, если не будет дано ему с неба». Здесь, что мы здесь увидим, это Иоанн Креститель ученика. Они приехали к ним и сказали Жан или Иоанн Креститель: «Вот посмотри, это человек, который вы предсказали раньше, он уже сейчас делает крещение. А много людей там, а много людей, наши люди, они идут
к ним. А Жан, Иоанна Крестителя, сказал, что... Что он сказал? Он сказал, стих 27, не может человек ничего принимать на себе, если не будет дано, если не будет дано ему с неба. А что Иоанна Крестителя обещал? Стих 27, не может человек ничего принимать на себе, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, значит, что я не Христос. Иоанна Креститель сказал его ученики, я не Христос. Но я послан пред ним. Стих 29. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия то радость моя исполнилась. Стих 30. Здесь это главный стих. Ему должно расти, а мне умоляться. Значит, что Иисус Христос должен расти, а я, Иоанна Креститель, должен умоляться. Умоляться расти. Иисус Христос расти, Иоанна Креститель умоляться. Значит, что в одной крещении должно что? Умоляться. А крещение с Святым Духом должно что? Расти. Это что это значит? Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us.
more information, please visit www.israelunite.org.